Всем привет, ребят, с вами Лего, Саня и Марина. Привет-привет. Всем привет. В общем-то, мы продолжаем это сумасшествие под названием, как они там, теплицы и загоны. Сейчас я пойду, в общем-то, добывать воду. Мы решили и посоветовались, что мы будем ее добывать из водички, чтобы она была безлимитная, а не нежели при помощи там какой фигни-то, добывающей, да, какой-то. Сейчас я покажу ее. Да, резервуар и... Сейчас скажу... Посмотреть инвентарь. Тут просто есть в постройках трубы. Нет, не трубы, а типа этот, как ее... Подожди. Трубы, да? Да, трубы. Металл. Вот, здесь есть металлический кран и металлический резервуар. Можно было бы их поставить и сразу через них добывать воду. Ну а как их, Саня, говоришь, добывать надо? То есть... Мы безлимитную из воды будем просто брать. Да, а не безлимитную, это как, чтобы просто знать. Это резервуары. Ставим много резервуаров, и тогда вода набирается, да? При дожде только набирается. Понятно. Сейчас я буду, короче, страдать, наверное, на Аргентависе. Сейчас мы где-то сверху посмотрим, приценимся, где мы вообще воткнем нашу трубу водозаборную, и потом уже вверх, наверное, будем тянуть. И, я не знаю, жестить там разные стороны, поворачивать и так далее, так далее, так далее. Сейчас, подожди, надо скорость тогда изготовления побольше сделать. Все равно же потом можно будет скинуть правильно эти статы. Да, конечно. Так, это 17. Это вот, сейчас... Супчик-то быстро делается. Металлическую вертикальную мы сейчас сделаем и будем водичку. А она, получается, я помню, потом такой квадратный, получается, насаживается на трубу. Квадратный камень, такой квадратик, да? Из него выливается уже вода. Крестовина такая. Да-да-да, крестовина. Ее можно дальше либо продолжать трубу, либо уже выливается там в теплицу или куда хочешь. Все, я сейчас делаю. Ты тогда смотри, Марин, если мне не будет хватать каких-то труб, или там она чем-то другим занимается? Я уже засадила тут грядки. Ты грядки засадила, вот, все. А тогда этот, я просто каких труб не будет хватать, ты встанешь там на крафт, и если что, подвезешь тогда. Угу, хорошо. Потому что я вот думаю, я сейчас такие тут трубы начну крутить, вставлять. Получится жестко. А смотри, кодовый замок, активация, это чего? Возле ворот стоит, кто-то в сандалии. А, это чтобы можно было выключать. Все быстренько понял. Выключать. Так, а чей такой Аргентайс, я не помню, поэтому сяду на чей-то. Тут поехали. Поехали. Забор, если я, допустим... Буду примерно брать вот отсюда, да? Подожди, лучше, а если... Надо найти такое место, чтобы было меньше вести. И меньше всяких изгибов. Может, вот отсюда попробовать? Сейчас попробуем. А почему, кстати, ребята, вот вы спрашиваете, играйте от первого лица? Типа, вы вдохновляетесь и типа сами бегаете, что ли? В чем прикол? Я не понимаю просто. Какой смысл от первого или от третьего? Мне кажется, от третьего лица обзор же лучше. Как бы и видно все в разные стороны. Но это может быть для игрока, конечно. Это привычка. Это привычка, ребят. Да, просто вот как люди привыкли, так они играют. Кто от первого, кто от третьего лица. Забор, говоришь. Вот так вот, да, мы, допустим, сделали. И теперь наклонами сейчас будем сходить с ума. И мы еще в этой серии, что, говоришь, успеем скрестить, да? Наших птеров? Мы будем немножечко, да, птеров разводить. Птеров. Совсем чуть-чуть. Так, главное сейчас, чтобы все было нормально. Чтобы все было нормально. Я тут вам сейчас такого настрою. Нормально. Я думаю, что все пойдет очень быстро. А, кстати, у нас этот-то птички некоторые светятся. О, прикольно. Фиолетового цвета. Ну-ка, нужно посмотреть. А, ты уже переместил этот купол, да? А, это седло? О, Анкило вообще классный, фиолетовый такой, и Кецаль. Он вообще с пушками. Это седло на вес, да. Он, наверное, опасный. Так. Ну, не очень, но может это, как бы, навредить кому-нибудь. Ну, с пулеметиками он может насадить нормально, наверное. Да. Так, еще трубу. Еще трубу, пожалуйста, завезите. На Аргентависе придется попотеть. Тихо, 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 не торопись. Не торопись!
Я тут пытаюсь его остановить, повернуть, а он неуклюжий, падла. Вот еще вверх. Ты что там так задышал, Саня? Ты там да тоже что потеешь? Я пыхчу. Вообще, я понимаешь, я пытаюсь... Блин, почему-то не работают а почему? Холодно. Почему вверх? Во, идет. Еще вверх. Еще вверх. Ну же, поставься, есть. Давай еще вверх. Слушай, мне, конечно, вообще прикалывает, когда ты строишь просто вертикально трубу, и это какой должен быть напор, чтобы поднять ее на 10-этажное, допустим, здание вверх? Я ну не да, знаю. Там сидят несколько человек, потеют, качают. Рыбы там, рыбы сидят и просто какой-нибудь штуки. Представляешь, проплывает недалеко, так раз, бросалось раз. Маленькую трубу. И там уже это удобряется. Ребята, проплывайте, да, проплывайте аккуратнее, а то такое. По-моему, мне надо еще, знаете, каких труб подвести. Вертикальных. Штук, наверное, 10. Вот. Так. Сейчас сделаю. Ага. А я, наверное, уже буду поворачивать, потому что непонятно, что тут я делаю. Нормально, нормально пошло. Надо было сразу поворачивать. Да я сейчас сделаю все. Хорошо, я хоть туда иду-то, нет? Подожди, я не туда иду. Поворачивать надо, поворачивать. Слушай, а как поворачивать вправо? Мне нужна крестовина. Да? А, в смысле поворачивать? Там же повернуть-то уже нельзя. Там можно только это самое. Чего? Там... Дай посмотрю, что... Подожди, стой. Да можно же повернуть, как-то нельзя, Саня, ты не надо рассказывать тут жести всякие. Вот нам направо же надо повернуть, понимаешь? Я немножко не туда пошел. А что, мы сейчас дойдем до земли, там поставим крестовину и пойдем направо. Понимаешь? Ну, ты строитель, ты веди. Да крестовину тогда надо болит еще. Штуки 3, наверное. Да-да. Сейчас мы тут достроим. Слушай, может все-таки переделать, а? А что? Ну, будет проще. Ну, вот отсюда заберешь и прям в ухо, вон туда вот ты ведешь. Да нет же. Так неинтересно, ну окей, да, хорошо. Надо с крестовиной. Вдруг ты здесь еще кого-нибудь попить хочешь, там тебе сразу будет и туда, и сюда. Я понял, но здесь будет массовая поилка такая. Да. Когда можно просто спрыгнуть и нормально попить. Сейчас я попробую вот сюда, потом сюда, давай же куда-нибудь сюда уже поставим, вот. Во. А ты сделала, да, крестовину? Да, я принесла уже. А ты где? Ты внизу. А я наверху уже, вот по трубе. Сейчас. Так, подожди, а мы же с крестовиной там же повернем вправо потом? Вот это строитель. Или не повернем? Ты должна повернуть. Да вроде как, да. Сейчас я тут... Так. Да что ж попасть-то не могу. Ну-ка, я если отсюда с земли попаду, интересно... Сейчас посмотрим. Так, куда-то я там попал не туда. Ну-ка. Эх, не получается. Сейчас я... А, ты уже скинула? Да, скинула. Все. Сейчас еще чуть-чуть надо. А ты там что, Саня, уже делаешь? Ай-яй-яй-яй-яй. Нет. Ты не рассказываешь? Всегда, как всегда. Какой-то фигней страдаю. Какой-то фигней. Подожди, а вода у нас получается бесконечно будет литься в этот, в парник, да? И... Да, в парник, и внутрь дома заведем. А подожди, а что мы будем там выращивать-то? Я что-то так и не понял. А, как что? Картошку? Картошку? Кукурузу, морковку. Понял. Нам супы нужны. Ага, они будут. Так вот же, для следующего дома, вот здесь же, ну ты понял, место-то будет, да? А, ну куда ты трубу провел, там и да. Да-да-да-да-да. Легла, да-да-да. А тут куда трубу провели, там и дом будет. Нет, ну здесь я немного здесь опять. Ну, сейчас мы будем, чувствую. Так, нам надо, Марин, еще этих, как его, прямых труб. Угу. Так, штук, я не знаю, штук 20, наверное. Я же говорю, мы тут сейчас
так настроен, что будет такая жесть просто. А еще как будет называться эта серия? Лего-водопроводчик? Да, еще вверх надо. Вверх надо еще трубу. Вот. Вверх. Как она? Она не вертикальная, как бы, она не полностью вертикальная, а такая, с наклоном. Чуть-чуть вертикальная. Да. Сейчас я здесь камень еще вырублю. Подожди, а почему у меня труба стоит? Отменить действие мне надо. Отменить действие трубы, как? Во, все отменил. Вот этот камень мешается. Сейчас я его отпилю. А потом камень резнется здесь опять или нет? В том да, плане. Он нам не нужен. Ну, я понял. Я имею в виду к тому, то, что он по на трубу текстурой может попасть или не, нет? Нет. Без разницы. Так. Для воды это все равно. Угу. Жестко это выглядит со стороны. Короче, нам надо прямых труб. И прямых еще надо, в общем-то, труб. А, тут тоже штук 20, наверное, 30. Сейчас пойду посмотрю тоже. Здесь же мы уже рядом. В принципе, недалеко. Ты уже там сколько накрафтила? 20. Это каких? А, прямых. А, вон, горизонтальных? Да. Я тогда их забираю. Надо и... А, нет, этот пере этот есть. Влево-вправо. Сейчас крестовина есть. Прямые, наверное, еще надо будет. Сейчас посмотрим, куда мы тут уйдем. Я пока ставлю. О-о-о-о. Вот это да! Ну ладно, Саня, не послушал, Саня, придется строить. Я промолчу. Такая будет труба! Дичайшая. Короче, надо еще, походу, делать крестовину одну, и еще прямых труб надо. Саня, не смотри пока. Ты уже увидел, да, наверное? Нет, я просто уже представил. Ты не смотри, не нужно тебе это. Тут, короче, я уже провожу воду не то что для одного здания, уже для очень многих зданий. Понимаешь? Тут уже можно поселение открывать и рядом пристраиваться. Да, кстати, поселение там можно открывать, по сути, пользуется. А, да, кстати, ребята, о чем мы, в общем-то, если хотите развиваться. Мы, кстати, если кто часто хочет играть и боится где-то развиваться, что их убьют, вот вы можете вот на этом леднике. Здесь строится уже не, и вода есть. Смотри, у нас тут только с альянса люди. То есть, если вы адекватные, да, вас возьмут в альянс. Тогда альянс ребят, надо. Вы сможете здесь, да, выстроиться. Ну вот. А так вы можете, вот, соседние ледники у нас тоже свободные. Угу. Правда, тут холодно. Угу. Здесь, да, холодно. Кстати, иконка холодно есть, но все равно ХП не падает практически. Да, вообще не падает. А, ну иконка холодно есть. У тебя так же? Угу, я вот что-то смотрю, либо я слепой на оба глаза. Кто-нибудь камин видит? Камень какой? Камин. Камин, не знаю, да, сейчас. Я пытаюсь камень сломать. Он что, не хочет ломаться? Я рублю его. О, все, наконец-то. Че говоришь, камин? Камин, в инграммах кто-нибудь видит? Камин, обычный камин. Так, Марина, а ты еще прямых сделала? Да, я там ставила на крафт. Ага. Вроде. Сколько их? Так, 14. 16. Надо еще штук 20. И это крестовины две, наверное. Нормально. Подожди, а нам вверх же надо, да, вести? Ё-моё. Весело. Да, крестовину упс, надо. Да. Упс, да? Упс. А вот он камин. Немножко упс. Странно. Вот сюда, если пойдет, по-моему, будет круто. Хотя, не знаю. Крестовины там... Крестовины нету еще. А во, есть. Классно. Пошел, я что-нибудь поставлю опять. Крестовина. Короче, я везде провел воду, где только не надо. Вообще, вот где реально не надо. Ну ладно. Сейчас прямые их сделаю. Чё? Ты видишь, как круто идет, прям по земле. Надо еще прямых, сейчас посмотрю. Это сколько мы металла угробили? Если бы это было на X1, то меня бы уволили уже.
Да если бы на X1 сидеть бы тебе уже в клетке. Да-да-да. Просто в клетке. Мы бы приручили еще обезьянку и научили ее кидаться какашками, и тебя бы она кидала постоянно. В клетке и рядом этот, как его, ящик с оружием. И выпускать только тогда, когда идти на войну. Типа вот, все, берем Легу на войну. Как Кинг-Конг. Выпускай его. Да-да-да. Подожди, ладно, тогда сделаем по вот таким вот способом. Вот так. Так. Пятерочку теперь. Мне, вот... кажется, термометр сломался. У меня температура, даже если я зажигаю камины, не меняется. Так я говорю, а мне тоже всегда холодно показывается. Нет, вот здесь, вот возле каминов, по идее, мне должно быть тепло. По идее, должно быть тепло. Сейчас я гамму уберу. Гамма 3. Подожди, минус 3 гамма, градуса. Гамма 2, во. Сейчас посмотрим, что наверху получилось. Минус 3. А ты что тут? А, ты уже, Марина, здесь... Марина, ты можешь, можешь подойти вот сюда, подал? Проверить? Температура у тебя меняется? Да, конечно. Угу. А то мне что на улице, что в доме одна, одинаково? Я что-то... Нет, тор... не меняется. О, ну ладно. Что это? Значит, это мы поплывем, короче, на плоту, яйца выводить, значит... ясно. Ясно. Дожди здесь я вижу. Холодно. Ну ладно. А нет, тут поменялось. У меня на улице снежок, а здесь. Так, нормально. Подожди, а я в теплицу должен завести, чтобы перекрестие было, да? А, в теплицу, чтобы перекрестий, да, было. И достаточно много, чтобы. Ешкин ты. Перекрестие надо варить еще. Сейчас, подожди, сейчас я это самое сделаю. Как-то привел сюда. Люди, а есть седло для аргента, которое плюс к скорости дает? Спрашивают тут кто-то. Есть. Есть. В модах есть. Круто. Так, ты перекрестие. Так, перекрестие штуки 3, наверное, надо. Сейчас пока, подожди, сейчас мы проверим. Вот здесь вот самое интересное. Ты еще в дом заведи хотя бы трубу. Сейчас заведу. Только перекрестие. Нет, только в парник. О, ты уже. Подожди, перекрестие. Ты. Я сейчас это. Ты, короче, тогда наверху, а я пошел внизу перекрестие. Сделаю. Я проверю. Хватает, не хватает воды. Она как же... качество, надо санэпидемстанцию. Да. Трубы, металлические. Подожди, а перекрестие можете мне еще сделать? Подожди, оно где вообще это перекрестие делается-то? В трубах также. Там нету, там только металлические прям. А, я не учил, наверное. Наверное. Тогда дайте мне ее. Все, здесь вода везде проведена. Внизу надо вот еще повернуть, чтобы в дом завести. И будет нормально. Парниковый эффект 225%. Вот, кстати, можешь подняться и показать ребятам, как выглядит парниковый эффект. Сейчас. Я этот перекрестие еще запилю. О, делается. Все. Так. Ты упал? Ну, да, я упал с лестницы, я думал, что сейчас... А можно было... Зачем мне перекрестие, когда можно было вот так же завести, наверное? Ой, куда-то там фундамент заехало. Ой. Ну, ты здесь вверх только трубу. О, все, откуда ты? Да вот так, что было. Некрасиво, да? Кухню здесь поставим. Кухня. Че, говоришь, сюда я зашел в парник... Зашел. И посмотри на грядки. На грядки. Вода, понятно. Парниковый эффект 255%. Нифига себе. Во, и эти кранчики-то уже везде поставил. Там тоже внизу поставьте кранчики. И что, везде попадает, да? Круто. Круто. 255. Удобрения, все дела. А какашки, значит, сюда уже не надо скидывать, да? Или там надо? Удобрения. Мы кидаем удобрения. А печки вот эти две кочегарят, это... Чё? Это должны поднимать температуру, то есть я пытаюсь... А, ты туда можно было выводить яйца. Круто. Но походу слишком холодно здесь. Нет, у меня убрался значок холода. А там смотри, когда нажимаешь, у тебя это H буква, у тебя показывается температура, написано белоснежный пик, минус 2 градуса. Белоснежный пик, минус 2 градуса, да. Вот, а градусов 18 должно быть, то есть здесь надо так кочегарить, чтобы... О, нифига себе. Поэтому именно выводить мы будем на плоту, то есть яйца, чтобы пленец вылупился. Угу. А потом привезем сюда. Угу. А кто-то может прийти просто по трубе шлепнуть, и воды не будет. Она железная, ее взрывать придется. А, то есть просто так уже ее не сломаешь, да? Ага. Ясно.
Ну что, мы сделали, теперь сейчас что делаем? Нам нужно загнать сюда птеродактилей. Понял, сейчас открою. Дверь закрыли. Подожди, а он только один, да? А с Аргентарисом что? Внизу. Аргентарис внизу будет, да? Надо спуститься вниз и пригнать всех птеродактилей. Давай я пошел тоже вниз. А, ты вот так вот с свистулькой. Я их свистну. Подожди, я одного аргентариса здесь оставлю, на одну сяду. Забирай аргентарисов тоже. А, аргентарисов тоже? Зачем? Ну, мы их тоже разведем. Ну, а что, пусть будет. Угу. Поехали. Они какого уровня будут? Они будут уровня не выше, чем их родители. Прикольно. Вот так вот. Но самое главное, что у них будут статусы. Я забыл свистнуть, чтобы взять снизу аргентариса. Ну, знаешь, есть такая примета. Забыл свистнуть к долгому пути вниз. А у меня нет парашюта. У тебя есть парашют? Сейчас я... А зачем? Возьми одного аргентависа и спустись просто опять. Да я хотел на парашюте слетать. Парашют. У него, интересно, есть этот... Подожди, а чё? В изготовлениях там что надо на парашют? Чё у вас так? Он же просто так делается. Ты всех позвал, да? Я что-то свистнул как-то неудачно. И всех так, солома, волокно, кожа. Солома, волокно. Стоять, дружище. А кожи-то нету здесь, да? Ё-моё, ладно. Посмотри в этом самом, может быть, в Кецале есть. Угу. Ребят, нам все принесет, блин. Ты, походу, делай что-то, кто-то никто сюда зайти не может. Ага. У меня, я даже выйти из дома не могу. Их надо посадить. Оу, посадить. Я даже сесть не могу. Сейчас попробую. Во, сел. Ну-ка, посадить. Сел просто, чтобы они все сидели. Все, одного посадил. Аргентайс посадил. Ну-ка, вот на этого тоже туда залечу. А, не дается. Бочкой туда как дать. А я зайду. А, ты, говорит, зайду. Все, я тоже зашел. Они здесь будут тусить, да, теперь? Лимоны там всякие сейчас, он есть. Сейчас мы сделаем яички, чтобы у них... А на Су-24 тоже туда можно будет залететь? Блин, ребята. Че? Вытащите меня из-под этого. А ты где? Отгоните, а я вот здесь вот в углу мечусь. Где сейчас. Труба выходит. Я под ним застрял немножко. О. Все? Ага. О. Сейчас он застрянет. И вверх не залезть, да-да-да. Сейчас я вылечу. Все? Все, посадил. Отлично. Так, нормально. Все птеродатели там сейчас. Серый, да, два аргентавис, один внизу остался аргентавис. Аргентавис, ну, мы их попозже. Теперь, самое интересное, что будет у нас происходить. Подходишь к птеродактилям. Вот, нет, стоп, аргентавис, птеродатели в кучу. А. Всех в кучу. То есть надо... Чтобы они толпой стояли. Сейчас я тогда... Туда я его подведу. Упс. Блин, а я думал, он ходить будет. Нет. Вот туда, в угол я хотел, нет? Нет. А, лучше в этот угол, да, вот сюда? Да, там больше народу влазит. Угу. Потому что нам надо будет успеть поднять яйца. Ё-моё. Если бы они еще давали здесь, тут хрен выйдешь. Меня зажало. Все, нормально. Нет, не нормально. Выбрасывает. Я в аргентависе, походу. Да, я не могу выйти. Сейчас выйдешь. А почему не могу? Сейчас выйдешь. Не шевелись. Давай. А это точно мне птеранодон не дает выйти? Да. Ты в нем. Я в нем баганулся как-то. Холодильник. Во. А хотя что в холодильник? Можно заглянуть. Куда их в угол туда вести? Вот здесь где. Вот сюда. Вот так оставляй так, все хорошо. Все. Теперь запираем это. Подожди, я. Надо свистнуть заразу. Какую? Ну вот видишь, летает, блин. А. Стоять. Иди сюда. Да не пойдет он. Он там залагал сюда, весь. Пойдет. Иди сюда, у меня кусочек мяса есть. Смотри. Во, полетел. Оп, видишь? Да. Они на кусочек мяса сели. Печи, значит... А если вообще все стены в печи поставить, что будет? Может быть теплее будет, но мы попробуем. Ну, навряд ли, так, теперь смотри, самое сложное. Подходишь к птеру. Так. И зажимаешь Е и нажимаешь включить блуждание. Включить блуждание. Включил. Готов к спариванию. Да. И вот так вот всех щелкай. Ага.
Мы наобум, короче, кто с кем, тут у всех уровни были большие. Угу. На двоих поставил, а вот возле ворот надо кто-то, чтобы добрался. Туда вроде не могу. У того самого дальнего поставил? Да, вроде. Подожди, сердечки так. Есть, а спарень не идет, не понял. Может быть, им не тепло? Да нет. Это тепло-то для яиц только. Угу. А там же как-то свистеть еще нужно? Нет, свисти, смотрите, свистят, чтобы они... Типа вместе стояли? Да, чтобы они просто не двигались. Это как, берете, свистите постоянно У. На У? Да, это... И он как бы... Они стоят. Понятно. Вот, блин. А ты сел в него? Может, птичка смущает? Аргентависта? Может быть. Можно, я ее сейчас уберу тогда? Сидит, смотрит. Наверное. Подглядывает. Нет, я опять, по-моему... Я вот тоже в него застрял. Ага. Давай, во, хорошо. Подожди, так, где это я? А, у этого блуждание включено. Открой мне ворота, почему? Я его... О, это... Все. Ой, я же совсем забываю, у нас же здесь есть этот мод на пульт. А, ну, ты, я же говорил... То есть ты можешь, да, можешь взять в руки этот пульт и просто подлететь к воротам, кликнуть его. А, ну, и как на машине, короче. О, ребята. Че? Началось. Че, все-таки Аргентай, Аргентай смешал, да? Нет, просто мальчику забыли включить блуждание. Ясно. Сейчас я тут аргентависов убираю. Во, да, у них сердечки пошли. Ты что-то выгнал кого-то, да? Птеродон один вышел убежал. Один. Чего? Лови эту заразу. Поймал, закрывайте. Загоняй его. Закрывайте. Вот это жесть. Все, в угол поставил. Ну-ка, ей не надо, или ему... Агрессивно следует... Стоять, отключить блуждание, стоять, все нормально. Стоит блуждание. Стоять, а что они хотят убегать-то? А, блуждание, потому что. А-а. Теперь либо два варианта. Либо их вот так вот блокировать с собой, да, стоять. Либо поставить соломенные, например, стенки. А, чтобы тоже они варианты. Не уходили, да? Да, чтобы они не расходились из кучки. И потом будет яйцо с 200 или 180 уровнем? Ну да. Ну, что? Не нормально. Ты застрял, да? Нет, нормально. Да, застрял, походу. Все нормально. Что-то яиц-то и не видать. А потому что мы с этой стороны... А, стой! Пошел куда-то. Зараза-то отошел. Он не хочет, или она. Не хочет блуждать. Нет, сейчас стенки сделаю. Сейчас просто соломенные стенки сделаю. Построены. Что, я насадиться на нее опять в угол туда? Да. Угу. Гони эту дорогу. А, Марина выйдет, нет? Сейчас, подожди. Я все, нет. Не вышло? Вышло. Ага. Так, я тоже выхожу. Ну, закрывай, Саня, ты где? Надо поесть еще. Давай. Вот так вот жопу свою подвинь. О, у тебя слоя этих не хватает, веса. Да нет, с весом все нормально, я не могу закрыть, потому что... О, что ты поставилось? Что-то ты там пилар поставил, думаешь, поможет? Это не пилар. Ага. Что-то ой, пока это ничего это... не происходит у них. Вон, есть яйцо. Вот там только есть? Что крикнуло. Да, вижу, вот желтое, крикнуло. Вижу, да. Давай, да. Забирай его. А как, я туда не проползу. Вижу а желтое яйцо. А у нас одна яйцо. Девочка, оказывается, была. Ну, короче, тогда не парься, все, свистим всех. Вижу яйцо. Блуждание отключить. Но не могу взять. Забираем. Забирайте там птеров. Садитесь на них, улетайте. А ну, сейчас яйцо может пропасть, да? Ну да, его желательно не держать. Я потому что висанул тут. Висанул. Видишь вот, яйцо? Все, успеваю. Да. Только взял? Ты на меня сел. Круто. Так, бери яйцо, его и ложи вижу. В холодильник. Вот в холодильник ложи его. Сейчас, подожди. Взять, подобрать. Вижу. И холодильник, где он? Только ты его не сожри случайно. Холодильник вот перед тобой стоят куча кондиционеров. И вот он, большой холодильник. Да, вижу. И посмотреть инвентарь в холодильник, закидываю яйцо, и там картошка. Все, поставил. Вот так вот, ребят, теперь в следующей жесть. Серии мы будем это яйцо выращивать. Кстати, жесть. Аргентависов надо тоже. А потом мы будем что, улетать куда-то, где тепло будет?
Да, мы возьмем. Не, мы на плоту сплаваем просто. Угу. Ну все тогда. Ну Просто что. здесь сильно холодно. Угу. Тогда что, до следующей серии. Не забываем лайкосить, подписываться на канал. Всем пока-пока. Пока-пока.